Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», в студии Роман Быков. Сегодня мы снова поговорим об экономике, она касается всех, это кто только думает, что она касается людей, сидящих на Рублевке, в шикарных офисах банков и так далее, на самом деле касается всех нас, простых граждан. Хочу представить гостей нашей студии, начнем с прекрасной дамы. Это Оксана Толкаченко, доцент кафедры экономики, предприятий и менеджмента, заместитель директора Института экономики и управления нашего Тверского университета. Добрый день. Здравствуйте. И еще наш постоянный гость Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Приветствую. Здравствуйте. Ну что ж, вот меня интересует, что происходит с валютным курсом. Сейчас мы видим, вроде как рубль стал укрепляться. Это что у нас? Ну, вообще, мне кажется, если посмотреть на ситуацию, которая складывается последнее время, то удивляться не стоит. Потому что это нормальное явление, когда курс рубля колеблется то в одну, то в другую сторону. И здесь огромное количество факторов тому виной и подтверждение. Мы с вами знаем все то множество неблагоприятных ситуаций, которые сложились не так давно. Это и санкции, которые были наложены на Мосбиржу. И безусловно, это не могло не сказаться. Почему? Потому что вроде бы как мы были подготовлены, Российская Федерация была подготовлена, Центральный банк уже давно разрабатывал механизм формирования курса при таком раскладе, но все-таки пока что есть переходный момент, чтобы адаптироваться к новому варианту определения курса, и это влечет за собой определенные, конечно же, изменения. Плюс ко всему, конечно же, мы также сами знаем, что ключевая ставка немало влияет и в том числе на курс. И можно сказать, что когда было совещание 7 июня, когда было принято решение о том, чтобы не поменять ее, наверное, это тоже в определенной степени обусловило вот те колебания, которые мы сегодня видим. И эти колебания, на самом деле, будут еще продолжаться определенный период времени. Главное в этой ситуации, чтобы амплитуда не была слишком широкой. И вот я бы хотела еще, аргументируя сложившуюся ситуацию, обратить ваше внимание к недавнему прошлому, а именно к сентябрю 2022 года, когда была объявлена мобилизация. Помните, что было, да, с рублем, как он тоже скакал то в одну, то в другую сторону? Помните, сколько в октябре 2022 года отыграл у нас с вами доллар, и как потом эта ситуация лавиной у нас с вами в обратную сторону обратилась. Поэтому можно сказать, что вот эти тенденции, которые вот тогда наблюдались, они сохраняются и сегодня в том числе. Владислав, ну как же, а помните, были тоже такие разговоры, такие негативные, скажем так, толк, что дескать, сейчас-то выборы пройдут, и как курс отпустит, как скаканет он до 150 президент после президентских выборов. Но ничего такого не было. Я такого не говорил. Я не говорю, что вы говорили, но вот, как прокомментировать такие вот заявления тех экспертов, которые нас пугали, что вот как скаканет где-нибудь в апреле? Ну, заявления таких экспертов можно прокомментировать одним словом, неграмотные. А что касается сегодняшней ситуации, ну, очередной такой удар экономической войны, который наши противники постарались нанести в данном случае по ограничению работы биржи, они нанесли, однако эффект оказался несколько иным. Да. Тут же ведь начали говорить, вот сейчас точно скаканет. Ну, во-первых, видите, с точки зрения механизма, теперь определяющей валютой на торгах стал китайский юань. В результате этой трансформации, если вы обратили внимание, юань упал по отношению к рублю впервые за последние 2 года, кажется, да. И теперь он что-то там в районе 11 чего-то, там в то время как был всегда такое, да? 12, там 12, 20, 30, 40, иногда 50. Соответственно, и пересчет по курсам валют другим, он также сказался. Да? Сам механизм, когда, ну, давайте вот посмотрим предприятие-экспортер, да, оно продавало свою валютную выручку, это касалось больших в основном компаний. Ну, потому, конечно, что мелкие компании, они дальше своего банка, в общем, ну, простите, никогда и не заглядывали, и необходимости такой нет. Да? Теперь отсутствие продажи на бирже предусматривает или прямые контракты непосредственно, да? Или, соответственно, переход на какую-то другую валюту. Вот это вот в целом все и сказывается. Поэтому курс
Курс, ну что такое биржевой курс? В данном случае на бирже, ну, доллар, условно говоря, выступал таким же товаром, как в любой схеме. Вам что-то нужно купить, вы покупаете, простите за повторение этих слов, себе товарную единицу, доллар, да, просто как платежное средство. Это бизнес, а население покупало как средство сбережения. Вот, ну, средства сбережения могут быть разные. Что касается населения, кстати, а что изменилось-то? С формальной точки зрения вообще ничего, с практической точно так же, как предприятия, организации, ну давайте оставим, да, хорошо, как население покупало доллары и евро в наличные в банке, точно так же оно покупает, как продавало, так и продает. Единственный другой механизм установки курса. Давайте сейчас население наше родное выйдем и опросим. И 99 человек из 100 скажет, да я понятия не имею, как он там устанавливался, как он устанавливается. Мне вообще это не нужно. Я зашел в банк, там циферка горит, сколько написано. А, понятно. Дорого или дешево? Все. Ну хорошо. А, Оксана, почему все-таки вот как раз на РБК, по-моему, сегодня материал или на Коммерсанте видел, все-таки пишут, что у юаня... Ну, вот не совсем получилось заменить доллар и евро, как об этом говорили, по крайней мере, для нашей страны. Хотя там и в мировом контексте говорили, дескать, ну и у нас тоже. Ну, или не согласны? Давайте уж смотреть правде в глаза, что объективно ставить сегодня на одну линейку юань с долларом и евро мы не можем. Все равно большинство расчетов, да, мировых расчетов, оно у нас идет в доллар и в евро. То, что наблюдается сегодня формирование кросс-курса через юань, да, есть такое дело? И он, в общем-то, у нас имеет тенденцию, правильно, да, Владислав отметил, к сокращению. Но еще почему причина вот этого снижения? Потому что в результате вот тех санкций, которые были введены, в принципе, многие импортеры китайские, они, ну, немножечко отступили от... взаимодействие и в том числе и с нашими организациями, и с другими иностранными, как бы, ну, боясь в определенной степени, что их тоже могут коснуться вот эти вот новые или какие-то иные санкции. Вот. И, конечно же, это дело временное, поскольку, безусловно, схемы рабочие будут найдены, но это одна из причин, почему вот у нас было падение курса юаня. Если ну, так вот посмотреть на современную реальность. Вот я, например, не вижу, что в ближайшей перспективе прям юань станет такой вот четкой заменой доллара или евро. Почему? Ведь нам последние, наверное, даже лет 10, ну, 5 точно говорят, что вот Китай это уж такой монстр экономический, что уже все. И монстр, Европу давно сняли, и Америку скоро вот-вот подвинут. Масштабность и распространение бизнеса Китая не имеет сегодня на самом деле границ, но еще раз повторю, все равно, да, если посмотреть вот в процентном отношении, все-таки большие расчеты в мире, да, в мировой экономике, они идут в доллары и в евро. Ну, даже если мы с вами будем смотреть как обыватели, да, даже не как там организация, а вот как обыватели, вот мы с вами, да, как физические лица, мы что пойдем с вами покупать в обменник? Мы будем покупать, конечно же, доллары и евро, потому что мы четко понимаем, что если мы куда-то с вами поедем, то однозначно и доллары, и евро примут везде, а юань не везде. Даже скажу больше, если мы приедем в Китай, даже там они с удовольствием берут доллары для того, чтобы осуществлять расчеты. Очень интересно. У нас сейчас пройдет расчет в виде рекламы. Не переключайся, потом продолжим. Очень интересно, что же так у нас юань не получается увидеть злополучный доллар. Мы снова в эфире, программа «Тема дня». Сегодня говорим об экономике и финансах. Оксана, все-таки говоря про юань, а может все-таки это потому, что китайские власти давно ведь подозревают, что курс у них не настоящий, как тот царь, что они манипулируют, они его специально там либо сдерживают, либо еще что-то, то есть не совсем там свободные торги, так? Ну, конечно, тяжело сказать, как у них там на самом деле. Вот, мы... Но американцы давно обвиняют ведь Китай-то, что они манипулируют курсом юаня, вовсе у них не такой там рыночный, скажем так, биржевой, как у нас привыкли мы. Ну, вообще, как бы практика вне биржевых курсов восстановления, это вообще нормальное явление. Да? Вот биржевой, Россия в этом плане, она на самом деле отлична от многих стран. Вот это наша то история опять был такая. Свой особенный путь, на нем никого нет, ни спереди, ни сзади. Не то чтобы прям какой-то особенный, но вот формирование на бирже. Почему? Вот правда, я вот с удивлением от тебя в свое время узнал, как-то мы думали, что мы живем по мировым стандартам, все как нет, к мировым стандартам, под влиянием санкций мы переходим сейчас. Да, вот а почему вы все эти годы вот не перешли? Вот я очень удивился.
Ну, сложно сказать. Что, наверное, привычка с 90-х? Привычка, ну, конечно, привычка с 90-х по-любому, да, она осталась. В 90-е вообще было непонятно, как формировать рыночные отношения. И, ну, можно сказать, что даже, наверное, интуитивно во многих направлениях формировалась экономика. И, наверное, все-таки вот эта практика формирования курсов биржевой с того момента, оно как-то закрепилось. Ну, а почему, если работает, да, почему бы и нет? Тем более, все-таки это удобно, да, это удобно. С другой стороны, помните всевозможные наши черные вторники, и не только у нас, ну, раз все черное бывает, когда спекулянтов обвиняли, это они негодяи, обрушили курс рубля, население все побежало скупать что-нибудь в очередной раз, так далее, тому подобное. То есть правительство уже сетовало, и, по идее, давно должны были перейти, все, никаких спекулянтов будем вот назначать, как сейчас. Ну, это очень упрощенное понимание вот той реальности, которая складывалась. Все-таки экономика – это очень сложная система, и нет какого-то такого прям одного единственного фактора, который бы привел бы все в хаос. Все равно это совокупность факторов, которые приводят к неблагоприятному раскладу, или наоборот, благоприятному. Да? Но, к сожалению, пока что вот у нас с благоприятным раскладом все меньше практики. Вилсав, ну вы как руководитель структуры, которая торгует и промышляет, соответственно, вы тоже не почувствовали, что юань стал нашим основным все в плане зарубежной валюты? Ведь как говорят, что наша экономика сейчас все больше и больше переориентируется на Китай. Вы знаете, приезжают к вам постоянно китайские делегации, мы вот снимали репортажи. То есть вы все равно это тоже не почувствовали, что юань теперь наше все? И мы все знаем, в каком уголке там должен Мао Цзэдун, в кепке или нет. Если позволите, тут вопросов сразу много. Начнем все-таки с биржевого определения курса. Угу. Практика сия зародилась у нас в 90-е годы. Да. Оглянемся, кто имеет возможность назад на это время, и что? Полное отрицание предыдущего периода. А теперь у нас все будет самое рыночное, да, и самое биржевое из биржевых. Отсюда и родилась практика покупки или продажи валюты. То есть вот говорить о том, что мы идем своим путем, можно, но с точки зрения чистоты рыночных отношений, это образец для подражания или неподражания, как угодно. Но, в общем, это образец. Да? Соответственно, вот так у нас получилось. Теперь к этому же моменту, но с другой стороны. Классическая формула товар, деньги, товар. Вот предприятие X, которое что-то хочет купить или продать за рубежом. Для него не важно, как называется эта денежная единица, доллар или евро, да, юань или рубль. Главное, чтобы определенное количество этих единиц можно было обменять, например, на покупку станка. Да? Соответственно, почему доллар? Потому что он выглядел, сформировавшись за последние 100 лет, как универсальная единица для расчетов. Да? То есть она принимается во всех странах, она имеет установившиеся, ну, достаточно понятные прогнозируемые курсы, да? И таким образом вы ее используете. В чем проблема юаня? Он обладает этими качествами частично. Да, то есть его примут в Китае, и не будем перечислять огромное количество других стран. Но где-то он наткнется на ситуацию, когда его не воспринимают как валюту платежа. Там говорят, ну, доллар, мы к нему привыкли, да. Или пересчитают, а вам невыгодно. Соответственно, все вот эти моменты превращают его в ограниченную систему. То же самое касается рубля. Да. Да? Сейчас, когда вот вы говорите, мы и там все ждем, когда он рухнет. Да, вопрос в том, что мы с вами можем не дождаться. Я про доллар. Любят у нас пропагандисты по телевидению говорить, ну вот осталось совсем чуть-чуть и там, да. Вопрос-то не в долларе, а именно в том, как мы его с вами воспринимаем. И логика в наших пропагандистских рассуждениях, она, конечно, присутствует. Потому что как только вы ограничиваете, да, то есть вот мы с вами раньше покупали доллары, чтобы заплатить и купить станки и оборудование, а теперь этот платеж не пройдет. Неважно, есть у вас эти доллары или нет, но платеж не пройдет, потому что сам же оператор, да, то есть в данном случае держатель, вот, Соединенные Штаты, они эти
платежи блокируют. Не сделают. Они сами ограничили свою валюту для нашей страны и для тех, кто с ней по тем или иным направлениям сотрудничает. То есть они кусочек своего большого-большого такого авторитета суверенной валюты, они сами себе отрезали. Для чего? Потому что они считают, что ну, мы это как-то переживем, сейчас русские рухнут, а потом жить пойдет как прежде, даже еще лучше. На их костях мы построим, там, условно говоря, новый замечательный доллар. И все забудут. Вот. Вот это перетягивание каната сейчас и осуществляется. Когда мы говорим рубль для расчетов между странами-партнерами или национальной валютой, сейчас такой тезис. Ну правильно, мы придаем кусочек этого действия рублю. Просто этот кусочек очень ограниченный. Мы за рубли можем с Киргизией, с Узбекистаном, очень с Казахстаном, ну, условно говоря, в тех рамках, где им выгодно. То есть они получат эти самые рубли, потом купят что-то у нас и так далее. Вот на этот объем торговли это можно. Как универсальная валюта, они рубль его не воспринимают, потому что дальше перечитать не надо, да? Столкнуться с такими проблемами. Вот и все. То есть деньги – это инструмент. А у индусов, у самих рупия ограничена. Не, рупия-то ограничена. Им могут быть нужны наши рубли, они у нас покупают же самолеты Су-30, там, ну, к примеру, там и много чего из оружия вот расплатились рублями. То, что можно оплачивать рублями, где очевидно, что доступно это и для тех, и других, то есть где эта денежная единица работает, неважно, как ее назвать. Да, тогда, пожалуйста, и все счастливы, потому что мы у них купили одно, они у нас купили другое. А нам это выгодно, извиняюсь, перебью. Ну, в том плане, ну вот наш, к примеру, калининградский завод «Янтарь» строит для них сейчас фрегаты. А раньше, как обычно, он продал фрегаты за рубеж и заработал валюту для родины. А теперь индусы взяли и рублями расплатились. Ну, вопрос в том, зачем вам эта валюта была? Да, если вы на эти доллары покупали, ну, условно говоря, в США, оборудование, условно механизмы говоря. Оборудования, программное обеспечение, вам нужны были доллары. А если все. Вы сейчас получили рубли и купили у отечественной программной системы, и рабочим же зарплату заплатили за эти фрегаты, то зачем вам доллары? Вот что вы с ними будете делать? То есть, по идее, сейчас трагедии нет, если вдруг кто-то из наших контрагентов, китайских или индийских, те же самые будут расплачиваться рублями, потому что не те нынче времена. Это проблемы, да. Но все, что можно решить за деньги, это не трагедия, это проблема. Соответственно, если можем ее решить другим путем, это создает сложности, это повышает накладные расходы, это заставляет переориентироваться на другую систему. Это но время, это, опять-таки. Да, за все надо заплатить, но это решаемо. Ну, время-то вот уже 10 лет с санкциями живем, как-то 10 лет целых, между прочим. Они постоянно обновляются, эти санкции, все ужесточается ситуация, поэтому мы же не живем в условиях, где вот были санкции разово на нас наложены, поэтому вот как-то вот рамки, они все сжимаются, где-то больше, где-то меньше, поэтому ситуация меняется. Обратите внимание на поведение центральных властей Российской Федерации. Ведь вот вы говорите, курс доллара ну, даже несколько упал после всех этих санкций. По-моему, 83 сейчас, вот 82, если я смотрел на РБК. Ну, потом он, да. Вот. Ну, в общем, он в любом случае, он курс рубля не снизился, а повысился. Да, да. Курс рубля повысился. А там пару других-то моментов не обратили внимания, что параллельно произошло? Распоряжением правительства у нас процент реализуемой валютной выручки экспортеров, он понизился до 60, да, то есть еще на 10% скинули. Ну, во-первых, там есть такая волшебная вещь, на которую, наверное, профессионалам интересно посмотреть, не решением Центрального банка, а распоряжением правительства. Я такого не помню. Ну, то есть, может быть, оно было, но я почти уверен, что такого нет. Мало того, там и президента упомянули, не в СУИ и так далее, и тому подобное, да. То есть, есть, видимо, какой-то механизм альтернативный. Различные мнения по данному поводу. Но, однако, мы снизили, да, то есть, пожалуйста. А может, потому что продавать особо нечего? Да не скажите. А торговля все так же идет. Да. Я просто закончу эту мысль, потому что, посмотрите, ведь вы забываете вот эту торговлю валютой. Итак, Роман Инкорпорейшн продал что-то за рубеж, ну теперь за классику, за доллары, да, и получил миллион долларов на счет за свое. Реализовать на бирже, ну теперь уже не на бирже, да, а продать валюту, вы только 60%, там, я знаю, 600 тысяч. 400 вы смело можете оставить себе и не гонять их со счета на счет, да, и не продавать и не терять на комиссиях, а купить себе, что вы там мечтали, оборудование.
Яхту Абрамович. Яхту для сотрудников предприятия. То есть у вас еще расширился вот этим шагом правительства, расширился выбор, да, что делать вам с валютной выручкой. Поэтому механизм, как вы совершенно точно сказали, он неоднозначный, да, и непотопляемость она присутствует, несмотря ни на что. Отсеков много, как в корабле и в подводной лодке. Вот это да, это к хорошему. Корабли, хорошие подводные лодки. Хорошо, а если спуститься на землю нашу грешную, к простым гражданам, в очередной раз они нас слушают, и вопрос, так что делать-то? Вот сейчас, ну, подешевел доллар, по идее, может побежать купить. Ну, не побежать, конечно, сейчас многие из телефонов, пожалуйста, сейчас приложение там у любого банка коммерческого, не нужно уже действительно бежать в обменник, или как раньше к Детскому миру бывшему, я там стоял такой с барсеткой, мужик такой упитанный. Он тебе валюту, а на ты площади рубли. Капашвара еще. Вот Капашвара, у Бастилии бывшей. У Олимпа. У Олимпа, да. У Олимпа, кстати. Как люди повидавшие, в общем, мы точки знаем. Конечно. Вот, то есть, и действительно, а может быть, стоит купить, тем более, я говорю, еще раз, я слышал такие прогнозы, что где-то в августе он подскочит до сотни, а то и больше. Или все это опять, как вот те прогнозы некомпетентных, как вы сказали, специалистов, которые кричали, что после президентских выборов подскочить не получилось. Вот как вы думаете, стоит сейчас покупать? А вы знаете, ну я никак не думаю, потому что... Я купил и все, миллион долларов. Вот эта спекулятивная идея, она, ну, как бы это сказать, простите за такое сленговое выражение, нажиться на халяву, в данном случае на курсе или лично на счет. Это известный еще русский человек. Да, да, да. Молодили яблоки там найти и так далее. Ну, она присуща любому народу. Любому народу. Щуку волшебную найти. Вот, то есть она же была всегда и будет всегда. Для тех, кто не занимается этим профессионально, не имеет инсайдерской информации, не имеет такой аналитической службы. В каком-то смысле это лотерея. Количество людей, желающих сыграть в лотерею, оно всегда стабильно. Плюс-минус что-то, поддавшееся на слухи, панику или еще. Ходящие. Поэтому, ну, хотите, партнеры, покупайте, ну, в чем проблема-то? Мне кажется, что вот в любой непонятной ситуации, а эта ситуация непонятная, лучше воздержаться от радикальных действий. У нас уже на уровне какого-то коллективного, бессознательного в стране сложилась модель поведения, что если вдруг какая-то патовая ситуация там на рынке, да, на финансовом рынке, особенно это с валютой, да, надо быстро бежать, либо покупать, либо продавать. Но на самом деле это действия не всегда, правильно Владислав отметил, обдуманные, и все-таки в большей степени те люди, которые так поступают, начинают ажиотажно либо продавать, либо покупать валюту в зависимости от курса, они в конечном итоге, конечно же, проигрывают, да, поэтому вот сегодня, мне кажется, нет необходимости при вот том диапазоне волатильности курса приобретать или без надобности или продавать имеющуюся валюту. Да, если вы там хотите поехать, там, например, там отдохнуть и будете тратить деньги, да, там покупайте, безусловно. Но так, это чтобы заработать и получить какую-то сверхприбыль, это на самом деле очень опасно. Вот, да, может быть такое, что все в этой жизни может быть, и вот если мы говорим об экспертах, эксперты — это люди, которые строят прогнозы, да, они не ясновидящие, они не знают, что будет на 100%, да, даже ясновидящие об этом не в курсе. Но здесь всегда есть прогноз такой оптимистический, пессимистический и такой вот реальный. Поэтому в зависимости от того, какой специалист и эксперт, пессимист, оптимист или реалист, он, наверное, будет выбирать свой соответствующий сценарий. Вот. Но если очень хочется, если прям очень хочется каким-то образом получить выгоду на покупке, приобретении валюты, то это надо, можно будет сделать, если за доллар у нас будет где-то 80-82 рубля, тогда можно, да, купить. Или если продажа будет, ну, где-то, вернее, покупка, да, со стороны банков, ну, 98, например, да, тогда можно попробовать. Почему бы нет? Шанс, что будет выгода, она имеется. А вот в том диапазоне, в котором сейчас варьируется, это не имеет смысла. А это касается всех граждан, потому что, сами понимаете, у одного накопления, условно говоря, там сумма, ну, 1000 долларов скопил, купил в свое время там что-то там, не знаю, там. А у другого сотня тысяч долларов, к примеру. То есть, может быть, они на объеме, или это без разницы? Не, ну, понятно, что на объеме и выгода будет разная. Одно дело 1000 долларов, да, другое, там, например, 1 000 000 долларов. К примеру, да, здесь, или там 500-700. Ну, единственное, что ни в коем случае не надо сегодня делать, это, конечно, вот валютные счета, да, вот они однозначно приведут, ну, на мой взгляд,
взгляд, к убыткам. Почему? Ну, лучше сегодня, все-таки самый лучший вариант, если очень хочется сберечь и на этом еще немножко подзаработать, все-таки лучше в наших рублях открывать вклады, благо процентные ставки сейчас относительно благоприятные, и если брать во внимание прогноз о повышении, да, у нас ключевой ставки, то имеет смысл, мне кажется, вот такой вот, может быть, достаточно консервативный подход, да, для, но он сохранит, а может быть, немножечко прибавит к вашим сбережениям. То есть, если выбирать, приобретать или продавать валюту имеющуюся, лучше все-таки открыть счет в банке. В рублях. Да, а вот эта инфляция, как ставки, являются ли они свидетельством того, что инфляцию у нас победить не удается? Вот я вижу сейчас 16, 17, 18. Вы помните, когда только все вот началось, свистопляска, считалось хорошей 15% ставка, а сейчас уже 18%. То есть, а тогда, когда тоже вот цены побежали, потом вроде бы все устаканилось, сейчас его смотришь рекламу, там тебе уже 18 предлагают и так далее, банки. Это даже говорят... Центробанк уже пересматривает прогнозы на период. Вот так вот, если посмотреть там полгода назад, как они планировали выходить на оптимальную процентную ставку, уже все меняется. Говорит это о том, что инфляцию у нас вот не удается победить? Ну, знаете, тут вопрос-то тоже многослойный. Да. С одной стороны, если смотреть просто картину в результате, инфляция имеет место быть, и все мы ее видим. Да? Выше, чем рассчитывал Центробанк, мягко говоря, не на процент. Да, безусловно. Но с другой стороны, я сейчас возьму только один аспект, их там много. Угу. Посмотрите, какие вливания произошли в промышленность. Да? Ну, я не буду повторять темпы роста, а темпы роста обеспечены за счет чего? За счет, прежде всего, работы на фронт. Элементарная вещь, то, что производится для фронта, оно не производит потом само по себе дополнительно ничего. Да? Продовольствие. Оно съедается солдатом, который не производит дополнительные продукты. Эти деньги, в том числе продовольствие для народа, они же булки не одели, для солдат делают. Ну вот смотрите, у нас народ и до этого не голодал, да? У нас всплеск. Нет, ну, все относительно. Это да. Вы смотрящие... У кого-то не голодал, это он его ассасину съел, а у кого-то не голодал, колбаса за 2,20. Ну, социальный уровень везде разный, да. Вопрос государства в том, чтобы создать сетку, когда каждый имеет возможность зацепиться и не упасть на дно. Вот, а не в том, чтобы за каждого беспокоиться, как он там ассасину себе заработал или... Или за 2,20. Хорошо. Но я не про то. Рост промышленности происходит за счет вложений в том ВПК числе, в первую очередь. Да, в первом случае ВПК. Добавочного продукта ВПК, ее конечная продукция, извините за эту тавтологию, танки, самолеты, оно не дает. А мы их на экспорт продадим? Какой там экспорт? Ну, у нас для фронта задача. Для фронта ничего не хватает. Да, ну то есть сейчас все для фронта, все для победы. Поэтому это вы осуществляете вложение без отдачи на текущий момент. Ну, в смысле, отдача, она носит экономический, стратегический характер, военный, политический. Она даже потом, может быть, вам принесет деньги, когда вы присоедините к себе дополнительно территорию X, на которой расположены люди, предприятия, ресурсы. Минеральные ресурсы, транспортные силы. Только это будет, Владислав, такой в перспективе долгосрочной. Территория называют территория 0. Вот. Как бы она ни называлась, да, через какое-то время она шагнет, и если вы ее воспользуетесь, она купит. Но это будет потом, а инфляция у вас есть сейчас. Соответственно, всплеск вот такой вот денег в экономику, плюс то, что потребовалось больше рабочих рук, плюс что часть рабочих рук ушла на фронт, вызвала спираль роста заработной платы. У нас с вами по стране, по разным прогнозам, от 4,5 до 5,5 миллионов рабочих рук не хватает. Да, соответственно, предприятия занимаются перетягиванием каната. Предложим более лучшие условия для того, чтобы вот этот квалифицированный специалист, который нам нужен, перешел к нам. Это дает рост зарплат, ну а дальше объяснять ничего не нужно. Да? Вот вам и инфляция, и рост цен. Центробанк, как такая
монетаристская у них монетарная политика, они видят это что в одном. Ну, раз денег в промышленности много, и она развивается, и ставит себе дополнительное производство, значит, без кредитов обойдутся. Ну, так, какое-то время. Сделаем кредит дорогим, таким образом предприятия деньги дополнительно брать кредитные не будут, вплескивать их в экономику не станут. Ну, и народонаселение у нас, раз оно зарплаты такие получает, как-нибудь проживет без кредитования своих повседневных нужд в таком объеме. И повышает ставку. Наверное, в этом есть какой-то смысл на текущий момент. Понятно, что через шаг это скажется на обратном. Да? То есть производственные мощности их все равно нужно обновлять, кредит нужно и так далее и тому подобное. Но вот сейчас ЦБ считает вот так вот правильным. Отсюда у нас кредитная ставка. Хотя мне почему-то кажется, что она под давлением политических факторов останется на нынешнем уровне, не будет повышаться. Но это мое такое мнение. Не факт, да. Да, не факт. Вот. С точки зрения ЦБ, они бы уже, наверное, сейчас сделали процентов 20. Вот. Наверняка. И да, чтобы никто не волновался. Вот поэтому мы с вами такую картинку и имеем. Но не вижу бизнес, объективно говоря, завязан на ВПК. Да, есть там какое-нибудь предприятие, Уралмаш. Уралвагонзавод, там, например, который танки делает и так далее. Ну, а есть бизнес, который выпускает, условно говоря, вот столы, вот, ну, микрофоны, условно, вот и так далее. Он от отсутствия кредитования будет как страдать. Раз и будет в первую очередь страдать, особенно если спрос увеличивается. Но когда вы возглавляете Центробанк, вы сидите и думаете, ну, эти пострадают чуть-чуть, да, я понимаю, производят они сейчас 100 столов, и не будут они 105 производить, потому что у них кредит им не получить, ну, как-нибудь обойдутся, да, потому что это меньшая потеря по сравнению с тем, что если. И дальше пошли сложные, сумасшедшие прогнозы и расчеты. Ну, хорошо, а тогда в итоге все-таки не загнется ли этот бизнес, который, опять-таки, не является частью ВПК? Ну, вы же производите столы, добавочная стоимость у вас есть, значит, распоряжайтесь ей таким образом, чтобы поддерживать механизмы и оборудование, имеющиеся. Я про расширение производства сейчас. Аграрии. Ну, а там чем это отличается? Ну, в принципе, тут и проблема, может быть, и с кредитами наполнения оборотных средств возникнуть. Пользуются другие механизмы. Вот у нас в Тверской области есть фонд развития промышленности Тверской области. Да, пожалуйста, там 3% плюс, соответственно, гарантия от банка. Ну, получится от 5 до 7 до 8 для предприятий. И на оборотные средства там до 20 миллионов рублей. На инвестпроекты больше можно. А оборотные средства до 20 миллионов рублей. Это немного, но это и не предназначено для таких монстров, как, ну, условно говоря, вагоностроительный завод. Условно говоря, да. Хотя вагоностроительный завод через ФРП Российской Федерации брал и не раз. А как так? Они же монстры. Через ФРП, а там и деньги другие. Я не хочу озвучивать эти цифры, но большой. Вы их увеличите в десятки раз. Да? Вот. Они как раз на оборудование. Вот. Я к чему это говорю? То есть вот ФРП он поддерживает малосредний уровень предприятий и, грубо говоря, в значительной степени еще внимание обращает на те, которые расположены у нас в небольших городах и весях, где закрытие одного предприятия может сказаться на деятельности всего района. Да. Вот. Поэтому, а вообще реально такие кредиты получить таким малым предприятиям? Да. А я там сам председатель экспертного совета. Нормально все. Ну, в смысле, конечно, нормально. Ну, это процедура такая во времени, наверное, растянутая, бюрократически непростая. Ну, если вся документация присутствует, то она не такая уж супер растянутая во времени. Но понятно, каждый, кто сталкивается с бумагами из бюрократии, говорит, это много, это долго, и вообще вы же понимаете, что я хороший, и да, вот мне нужно. Но критерий-то оценки, он все равно без бумаг, к сожалению, никак не сдвинется. Конечно. Поэтому да, преодолевать эти сложности приходится, но в других регионах, во многих, в подавляющих ФРП так не работает. На оборотку там денег вообще не дают. Да. ФРП России, например, на деньги на оборотку не дает. Зачем? Импортозамещение, инновационные технологии, расширение производства, имеющееся все. Ну, все-таки говоря про инфляцию, почему у нас вот такие, получается, ну, грубо говоря, те, кто производит товары, услуги и так далее, получил твой сосед с какого-то завода зарплату не как раньше, условно говоря, 70 тысяч, а 150, допустим. Он к тебе побежал покупать. Зачем ты цену получаешь? Он же тебя больше купит. Не-не-не, вот, Роман, я, конечно, страшно извиняюсь, но давайте вернемся к... Почему у нас тут чушь, сразу к заводу, а чуть упа... вот держу пари ведь. А вдруг раз, все, и, что называется, медным тазом.
все, прекратили платить им 200 тысяч, вообще ничего не стало, но не снизить же цены. Нет, ну спросы... На то же самое продовольствие и так далее. Это же рынок. Спросы предложения. Как-то у нас рынок все в одну сторону работает, итак, в повышение. Роман, вы работаете на военном предприятии, ну условно, раз уж мы за них зацепились, или в Газпроме, и получили 150 тысяч рублей вместо 50, которые были раньше. А кто-то работает, Иванов, на предприятии, которое делает столы. Их как сделали в прежние времена 100 штук, так и делают. Соответственно, они 100 штук присутствуют на рынке. Только на рынке раньше у вашего соседа было 50 тысяч на руках, а теперь 150. И таких соседей оказалось достаточное количество. А столов осталось прежнее количество. И зачем продавать стол за 10 тысяч? Дешевле. Если у нас на 100 столов 115 покупателей, ну значит, продадим за 15 или за 20. К тому же, поскольку Иван, ну, этот предыдущий на военном заводе 150 тысяч получает, сотрудничающийся на предприятии, выпускающем столы, рабочие говорят: слушай, ну это вообще безобразие. Мы сейчас все соберемся и туда уйдем. Пусть мы не монтажники, высотники, не 150, но 100 получим, поэтому сами свои столы делайте. И вы, как руководитель, им тоже зарплату поднимаете. Хороший и так далее. Руководитель. По-разному бывает. Спрос и предложение. Должен быть баланс. Если столов осталось 100, а денег было 100 тысяч, а 150, цена на столы обязательно логично увеличится. Хорошо, но если, еще раз говорю, вдруг все наоборот стало плохо, что, снизит человек цены на столы-то? Никто не покупает. Купили 10, а он 100 сделал. Снизит? Нет, или вот я такого что-то у нас на Руси вот не помню, чтобы вот как хотите. Вот то же самое вот продовольствие. Продовольствие. Помните все эти скандалы? Масло подсолнечное подорожало, яйца подорожали. Что, подешевели они с тех пор? Ну, может, там насчитано, но не так, как подорожали, а казалось бы. Казалось бы. Ну, и к тому же, вот вы говорите, вот люди, ну, человек не купит же 10 кур вместо одной. Ему одной хватит, ну, куда ему 10 покупать? А, и так вот все, продовольствие подорожало. И я говорю, я не верю, что вдруг оно подешевеет. Ну, и спрос не упал. Спрос не упал. Даже если, предположим, ну, как вы говорите, вот настало что-то, да, и спрос падает, почему не дешевеет? Ну, мы же с вами уже повысили рабочим зарплату. У нас же комплектует, ну, для курей, да, предположим, не сушек, у нас с вами это яйцо импортное в основном, да. Ну, которое сходит, мы за него дороже заплатили, на электричество уже цены повысились. В общем, короче говоря, есть себестоимость. Ниже себестоимости вы все равно не упадете. Вам получается выгоднее вместо 100 курей продать по этой цене 80 и остаться на уровне рентабельности, чем всем продать дешевле, но 100. Вспомним классику капитализма. Да, великий экономический кризис в Соединенных Штатах. 29-й год. Кто топил зерном? Да, это же любимая картинка. Да, в то время как люди стояли в очереди и за похлебкой не могли ее получить. Вот такая специфика рыночного производства. И, кстати, раз уж мы их вспоминаем, ведь это охватило весь мир. Просто каждый искал выход по-разному в те времена. Вот кроме Германия... Советского Союза хватило. Нет, вы зря. Вот Германия предложила свой выход. Это нацизм и милитаризация. Новый курс предложил Рузвельт в США. А у нас с вами индустриализация и коллективизация. Вы думаете, это мимо там где-то все-то? Нет. Это вот просто сидел злой... Индустриализация, это мы как раз и выиграли, потому что там сидели американские инженеры, рабочие, голодали, и мы поэтому сюда переманили: ребята, либо там голодать, либо у нас строить Днепрогэс, магнитку и прочее. Заплатить-то им надо было? Да, золотом. Поэтому а где золото взять? Крестьян. Да. Ну, плюс турксин. Поэтому это тоже ответ, да, это не потому, что там хороший или плохой товарищ Сталин сидел, ну так, покуривая, думаю, ну сейчас я что-нибудь сотворю. Нет, это наш ответ на экономический. И каждую страну развитую того времени, посмотрите, везде был свой стандартный, нестандартный, но какой-то ответ. Хорошо, все-таки инфляция, как я уже говорил, у нас имеет место быть. Еще традиционная народная способ сохранить сбережения – недвижимость. Опять-таки, стоит, не стоит покупать. Ну, недвижимость – это всегда хорошо. Поэтому у нас в России, мне кажется, это такой вот безотказный актив.
После доллара. Ну, не знаю, что после доллара, я бы не сказала. Уже не после. Да. Все-таки это вот более такого, знаете, вот, наверное, вот если мы рассматриваем вложение с точки зрения инвестора, вот такой достаточно консервативный подход инвестора, это вложение в недвижимость. Потому что здесь, по-любому, как мы видим, у нас недвижимость имеет тенденцию к устойчивому росту. И, конечно, мы здесь, приобретая там квартиры, в перспективе однозначно выиграем. Ну, вот, на мой взгляд, конечно, все может быть, да, но вот это такой актив, который даст возможность обеспечить себе сохранение капитала. В этом есть надежность. В советское время ваша, условно говоря, двухкомнатная квартира была квартирой. В 90-е годы она тоже была двухкомнатной квартирой. Квартира, да. Сейчас она тоже двухкомнатная квартира. Вы ее можете пересчитывать в советских рублях, в российских рублях, в валюте. Но вот как она была квартирой, так она и осталась. Да. Поэтому стабильность здесь присутствует. Ну а то, что ее нужно содержать и так далее и тому подобное, ну вы, наверное, готовы, если вкладываете в квартиру, понимать, что электричество там нужно. Целью, да, вы это делаете, вот приобретая, то есть, чтобы сохранить свой капитал. В принципе, если у вас есть квартира просто, в которую вы вкладываете, где вы не планируете, ну, понятно, что это не планируем, да, жить, потому что это не сбережение. Когда мы приобретаем квартиру, чтобы жить, это уже наша такая вот необходимость, да, житейская. Ну, ее же можно, например, сдавать, да, да. Вот, к примеру. И, по крайней мере, не только купать те затраты, которые она несет в себе, но и, может быть, что-то даже сверху немножко получать. Потому что квартиру, которую мы приобрели, по-любому коммунальные платежи, они каждый месяц, да, и это уже наш расход, это не наш доход. Ну, если правильно распоряжаться таким активом, можно, в принципе, обеспечить доход. Вопрос опять в масштабах. Если вы какой-то крупный олигарх, скупаете недвижимость там десятками и сотнями, это один бизнес. Да? Если когда вы лично вдруг вложиться. Что-то отложили и решили купить однушку, и потом будете ее сдавать, это другое. Да. Вот. Ну, совершенно очевидно тут даже объяснить. Ну, тут просто своих будут критерии, да, например, с точки зрения ликвидности можно рассматривать квартиру. Понятно, что лучше приобретать там поменьше, однокомнатные, чтобы, если что, быстро с минимальными потерями реализовать. Да, там не двух, не трехкомнатные квартиры, или это уже будет сложнее даже и дороже. Да, или даже сдавать выгоднее. Как люди, да, некоторые меньше. Рассуждают. Ну вот, особенно когда кредитование было. Да, зачем платить, например, за съемную, когда он то же самое будет платить по кредиту. Где-то на то и получалось, на самом деле. Второй вариант. Кто-то, например, ну, условный Роман, вот, посмотрел, какие-то деньги появились и думает, ну так, сыну там еще ему лет 15 расти, пока он поступать куда-то будет. Сейчас мы однушку купим, будем сдавать, а лет через 15, дай бог дожить, мы ее отремонтируем. Живи, сынок, счастливого тебе пути. Вот. Вот это другое. А по рынку недвижимости все-таки может ударить? Все больше, все чаще разговоры-то идут о сворачивании всей льготной ипотеки и прочем-прочем. То есть, попросту говоря, не упадет ли платежеспособный спрос? Ну, во-первых, льготная ипотека – это вещь в себе. За льготную ипотеку кто-то заплатит. Да, если у одного она льготная, то значит у другого в любом случае придется ему заплатить из-за того, у кого она льготная. Но не бывает иначе просто-напросто. Если у особенно ипотека ниже той же банковской ставки и так далее. Да? А сейчас это рассматривается-то почему? Потому что некоторые экономисты, не будем их называть, они считают, что российская экономика перегревается, ну, из-за таких темпов роста, которые мы имеем. Перегрев, ну, в том числе, связан со спецификой развития отраслей. Вот. А раз она перегревается, надо ее чуть-чуть остудить. А как ее чуть-чуть остудить? Ну, давай там вот строительство, да, ну и что, ну будут меньше покупать, ну будут меньше вкладывать. А у строителей не зависнут ли куча построить уже? Ну вы же так это с царя горы так рассуждаете, да? Ну у кого-то что-то зависнет. Конечно. Туда. Металл все равно востребован, уйдет вот туда, бетона у нас и так не хватает, вы цемент пойдите купите сейчас, я не имею в виду вас лично мешок себе, а в промышленных масштабах, ну и так далее и тому подобное, да, это непростая штука, еще договоритесь, чтобы его довезли вам с вагонами, попробуйте с РЖД договориться, но вот и осуществите этот подвиг, потому что там все расписано наперед. Вот. Вот, собственно, и вся логика. Поэтому слишком велик масштаб для принятия решений. И не бывает, что везде хорошо. У нас как-то везде получается нехорошо. Так послушаешь, помним 90-е, начало нулевых, первой половины до
наступление тучных нулевых плохо, у народа денег нету, соответственно, предприятия, что им будут продавать, если у народа денег нету? Сейчас вроде вот, как мы уже говорим, государство платит там всем этим инженерам. Пойди вы говорите, перегреть экономику. Ведь хорошо, побежал, он купил себе мебель, купил себе одежду, накупил себе лососины, то же самое. Машину купил, холодильник новый, даром, что у него только в том году, он, да ладно, денег много. Хорошо же, люди опять вкладывают деньги в экономику. Предприятия, производители получают эти деньги. Опять что-то производит, опять плохо. Перегрета экономика. Нет, ну вот баланс-то всегда нужно какой-то соблюдать. Но это мы сейчас можем. А что касается уровня жизни, нет, я понимаю, что сейчас подвергнусь критике насчет того, что человеку всегда чего-то не хватает. Цены слишком высокие, товары слишком некачественные. Давайте, у нас есть такая возможность, заглянем на протяжении 50 лет назад. Ну и больше я даже боюсь брать, там ответ очевиден. Так вот, индивидуально человек один по насыщенности питанием, техникой, одеждой сейчас живет лучше, чем за протяжении... Несравнимо. На протяжении всей... Это считается благоприятные брежневские годы, когда Советский Союз стал травоядным к народу, перестали репрессии, все как-то устаканилось более-менее. Вот эти 70-е считаются просто... Так вот все относительно. С чем сравнивали это 70-е? С каким периодом? Если бы не надо было быть помягче, а смотреть на вопросы поширше. Да. То есть предыдущие, хрущевско-сталинские, я вообще даже не беру, да, и так далее. То есть вот вам результат. А теперь смотрим, с чего стартовали. С 90-х, с какого минус этажа? Минус 3, минус 4, минус 5. Вот. Ну, в общем, где-то подвальный этаж. Вот то, что мы сейчас имеем. Поэтому дисбалансов и проблем много, но это не значит, что ничего не достигнуто. Ну что ж, конечно, наш эфир подходит к концу. Экономист у нас, как всегда, люди образованные, все так покажут, и все на самом деле так уж плохо, когда это они сначала нам рассказывают. Спасибо большое, уважаемые гости. Мы говорили сегодня о экономике, о финансах, конечно, применительно к простым гражданам. Как вы слышали, если у вас есть лишние рубли, лучше не бежать покупать на них иноземные бумажки, а лучше вложить в рублевый вклад, так оно будет надежнее. Если есть возможность купить квартиру, купите ее. Это будет лучшее вложение, как говорил лозунг рекламы 90-х годов, московская недвижимость, она всегда в цене. Поэтому самое главное, надеюсь, что наше государство нашло тот самый баланс, который не получается найти, чтобы всем было хорошо. Спасибо большое, уважаемые гости. Доброго всем дня. До новых встреч.